недавно прочитал, что у нас по статистике в Тюменской области живут самые счастливые жители. То есть, ну, понятно, что у нас много для этого делает там, и администрация области, города, и правительство области, и бизнес такой социально ответственный. Но еще и жители счастливы от того, что они получают какую-то положительную информацию. Я считаю, что в этом есть и ваша большая заслуга, что вы преподносите. Можно же по-разному, да, преподнести. То есть стакан бывает или наполовину пуст, или наполовину полон. Так вот, чтобы ваш стакан был всегда не наполовину, а вообще полон. Поздравляю с наступающим, и чтобы это счастье, которое есть у наших людей, оно передавалось и вам.